Привет, привет. Разговаривая тихо, Женя спит, а мы решили София приготовить. Что, София? Шарлотку. Да. Буду готовить шарлотку. Уже нарезала вот эти яблочки. Сейчас будем готовить. Что ты, Софичка, хотела? Ничего. Спросить? Да. Так, убираем вот это. И заливаем. Так. Выливаем. София, хочешь, я тебе что-то дам вкусненькое? Знаешь? Делаю. Делаешь? Я это очень люблю. София любит вот я это. Гонялась. Да. Любишь такое? Обожаю. Тебя не видно. Привет. Это моя любимая, она в сахаре очень вкусная. Да. Блин, волосы лезут в глаза. Иди убери. Не есть, я буду смотреть. Сейчас мы сюда выльем. Я отсюда все вижу, я уже тут почти что. Я хвостик маленький делаю. Ага. Ой. Вот бы это сейчас все скушать. Все скушать. Мы их печем и будем кушать. Да. Вот тебе. Сейчас я разровняю. Лишнее даже на палочке. Да. Я сладко ешь, а признаюсь. Да, только что уже 3 конфеты съела. А мама не видела. Угу. Тебя на голове? София. Я дома. Дома? Дома тоже надо быть красивыми. Я и так красивая. Все, разровняла яблочки. Вот это мне ставишь. Оставлю. Может, там папа говорит еще. Что-что? Ой, что это такое? Где? Это у тянется. Это желточек. Можешь его не кушать. А я его кушаю. Все, Софийка. На тебе еще. Даже это мне уже не надо. Убирай, вообще... да, мойку убирай. Блин, девчонки, духовка не нагрелась у меня. Но не буду ставить. Конечно, обычно надо сразу ставить, пока оно не село. А ну как, Наташа. Хопа, я с вами. Духовка не нагрелась еще. Еще 2 минуты, блин. Чего я раньше ее не включила? Не знаю. Это не у меня. Что-то мне уже жарко. Ходила, замерзла, одела кофту. Теперь жалко. Ну еще осталось тут пару минут. Ой, жалко, жалко. Да буду жалко. Ставить. А что оно будет тут стоять? Поставлю, пусть готовится. Все, убираем духовочку. И закрываем. И будем ждать, когда приготовится. Ну что, пирог уже готов. Правда, так, я не знаю, когда выпекаю, бывает, он трескается. А корочка классная. Сейчас я расстегну этот, как он называется? Да, вот эту форму расстегну. И отсоединю пергаментную бумагу. О, смотрите, отстегнула, оставила на форме. Пусть он стоит, остывает, горячий. Где хорошо, ну,
бумага отошла, где немножко пристала. Но ничего, это не главное. На вкус это не влияет. Заварили себе чаек. Сейчас с Софийкой будем пить чай, потом разбудим папу. Папа обрадуется. Перед работой как раз кофеек с шарлоткой будет. Еще хотела сказать, когда я вот приготовлю что-нибудь в духовке, открываю ее остывать, ну, уже когда стекло не очень горячее, но еще горячеватое, я всегда стараюсь его сразу натирать, чтобы оно было чистенькое. Ну как? Бомба-ракета. Бомба-ракета? Угу. Так, смотрите, как пропеклась шарлоточка. Вот это прям корочка такая. А я уже ем. Софийка кушает. Мы любим, да, шарлотку готовить. Пекается шарлотку, готовят все. Угу. Быстро и вкусно. Ну все. Ой. Горячий. Ну все. Пока-пока. Пока.